Микрорайон «Солнечный» – один из самых стремительно развивающихся и молодых районов города Чебоксары. Основной застройщик микрорайона – группа компаний «Удача». На рынке уже более 15 лет. За 5 лет ввели в эксплуатацию в микрорайоне «Солнечный» уже 13 домов. Здесь уже живет более 4 тысяч человек. Еще 7 домов на стадии строительства. Квартиры разбирают на стадии котлована. За полгода до сдачи дома квартир в продаже не остается. В домах будет установлено придомовое и внутридомовое видеонаблюдение. Система «Умный дом» позволит автоматически передавать показания счетчиков в управляющую компанию. Видеодомофон позаботится о вашей безопасности, а автономное отопление и терморегуляторы позволят сэкономить на коммунальных платежах. В летнее время оплата по ЖКХ будет от 600 рублей, в зимнее – от 1400. Комфортное жилье доступно каждому жителю Чувашии, ведь в районе «Солнечный» можно купить себе полноценную однокомнатную квартиру от 1 миллиона 200 тысяч рублей. Это очень выгодно. Также можно купить евро-двушку с кухней 13 квадратных метров, где можно разместить и гостей, и на стол поставить себе 2 холодильника. Вот. Также двухкомнатную квартиру в районе «Солнечный» можно купить себе от 1 миллиона 864 тысяч рублей. Квартиру в районе «Солнечный» можно купить без первоначального взноса, использовать материнский капитал, различные жилищные сертификаты, оформить ипотеку во всех ведущих банках республики или взять квартиру в рассрочку, а также по безопасной сделке эскроу-счет. Также здесь рассмотрят ваше вторичное жилье либо авто в качестве частичной или полной оплаты за квартиру. Стоимость за квадратный метр нового жилья от 32 тысяч рублей. Также квартиру в районе «Солнечный» можно купить себе с индивидуальным дизайнерским ремонтом. Стоимость ремонта на однокомнатную квартиру выйдет 230 тысяч рублей, а на двухкомнатную квартиру 260 тысяч рублей, покупая через отдел продаж группы компании «Удача». Квартиры в «Солнечном» можно подобрать различные планировки. Евродвушки, двухкомнатные квартиры, распашонки. Тем, кто хочет заехать в новое жилье этим летом, идеально подойдет позиция 26 с видом на лес. Двухкомнатная квартира там будет стоить от 2 миллионов рублей. Также открыты продажи и в 20-й позиции. Срок сдачи – конец этого года. В феврале 2020 года в «Солнечном» открыли детский сад с бассейном «Лучик» на 250 мест. В этом же году начнется строительство еще одного на 110 мест и строительство торгового центра. В проекте школа на 1100 учеников. Кроме этого, в этом году открыли дорогу «Солнечный бульвар», по которому запущен 35-й маршрут. Квартиры в «Солнечном» выбирают молодые семьи с детьми и кто хочет иметь комфортное жилье от 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 19-м году начали здесь жить. Очень нравится «Солнечный микрорайон». Все доступно до шага доступности. Магазины, остановки. Сейчас вон дорогу открыли. Вот садик открыли, рядом лес. Ходим постоянно, когда выходные, летом ходили рядом с лесом. Нас на шашлыки ходили сейчас недавно тоже здесь. Очень нравится детям гулять. Детские сады, школа, салоны красоты, продовольственные магазины, общественный транспорт, шаговой доступности, выгодные цены на квартиры и индивидуальный подход. Микрорайон «Солнечный» ждет вас.